Дорогие друзья, вы можете столкнуться с тем, что не воспроизводится флешплеер. Вот крутится, но не воспроизводится. Причина не в роликах. Ролики работают нормально. Причина в постоянном изменении политики Google Chrome. Мы работаем сейчас Google Chrome. Что надо сделать? Сначала поясню, почему. Ранее в Google Chrome, допустим, мы вводили плагинс, нажимали вот так вот строку, да, Enter. Сейчас это не работает. Сейчас работает немножко по-другому. Если давайте сюда добавим контент. Сейчас, секундочку, где эта настроечка? Сетинг. Но я сейчас покажу, как решить проблему. Сейчас уже по-другому настройки. Значит, первое, что надо сделать. Ага, вот сейчас как настройки, сейчас покажу. То есть, Chrome, двоеточие, два слэша, сетинг, контент. Сетинг, контент. И у нас выходят настройки. Но прежде чем настраивать, конечно, вы можете сначала сделать следующее, что и надо. Смотрите, настройки... Также можно выйти просто нажать настройки и настройки контента. И далее находим флеш и нажимаем разрешить флеш на всех сайтах. И после этого готово. И если сейчас мы откроем, то ролик все начинает проигрываться. Значит, что я рекомендую еще? Я обязательно рекомендую скачать... Значит, флеш-плеер, ссылка будет в описании видео, именно полный, потому что Chrome представляет Chrome не, значит, полную версию. Значит, нажали эту ссылку, проверили, значит, что вот у меня, допустим, сейчас Windows 64 бит, русский Chrome, то есть это то. Далее снимите, если у вас стоит антивирус, снимите эти галочки, чтобы у вас лишнее программное обеспечение, и просто нажимаете «Установить сейчас». Вот, скачивается у вас программа последняя, вы ее устанавливаете обычным образом, а потом... Если вот не начало работать, у меня просто этот файл существует, делайте то, что я показал с настройками. Я надеюсь, понятно. Потому что если сейчас, допустим, мы видим, что ролик работает, да, то есть все нормально. Вот он переключается. Пошло воспроизведение. Но после этого отгоняем назад... Настройки контента, ищем флеш, опять ставим запрашивать, готово, и опять у нас ничего нету, то есть вы все поняли, настройки контента. Флэш. Разрешить. Готово. Перезагружаем. Все нормально.